Ты уверен? Да! Можно уже не торопиться! Вот это мы попали! В аттракцион! Гризли! Мог бы меня и отблагодарить! Гризли! Знаю! Если бы не я... Да! Если бы не я, Гризли! Ты бы так и застрял в том жутком месте! С обманщиками, лицемерами и интриганами! Да, да, Гризли, спасибо! Замолчи и посмотри, что нас ждет впереди! Ничего себе! Вот это круто! Да, такой крутой отвесной скалы я еще никогда не встречал. Надо бы заглянуть в путеводитель. Так, что там написано? Это мы смотрели. О, вот, вот здесь еще не читали. Опасайся двуликих путников. Их изогнутый путь уводит от страны золотого солнца. О, ухо! Что? Где? О, ослиное ухо! Отвалилось! Наконец-то! А то выглядел ослом. Когда же я научусь сверять свой путь с путеводителем? Столько времени потерял. И ухо это ослиное. И обувь свою. Хорошо, что мы снова на пути в страну золотого солнца. Мирошечка, теперь ты снова стал самим собой. Давай прочитаем, что еще написано в путеводителе. Читай, читай. Только преодолев скалу затруднений, можно подняться к дворцу мудрости и обрести свое призвание. Хотя один и может ослабеть, двое смогут удержаться. Если один ослабеет в пути, другой ему напевает: иди веселей, иди не робей, иди куда тебе надо. Гризли, хватит песни распевать. Ты хоть понял, о чем здесь написано? Привет! О, а вот и ты, а вот и я. Кто ты и кто я? Ну как же, написано: двое смогут удержаться. Ты тоже, как и я, идешь в страну золотого солнца. Вдвоем мы сможем забраться на скалу затруднений и подстраховать друг друга. А вот и я! А кто я? И тебе привет, маленький хомячок. Да, это я. Нет-нет, я уже назнакомился и сыт по горло всякими лицемерами. Мне никто не нужен. Я и сам отлично справлюсь. Ну как же так? А вот так. Ой, хозяин, полегче. Но я уже все осмотрела. Здесь вбиты крючья, кольца. Похоже, кто-то заранее прошел и подготовил маршрут. Я еще и нашла веревку. Так что мы сможем друг друга подстраховать. Но я же сказал, я с тобой не пойду. Я никому не доверяю. И мне никто не нужен. Кроме меня, конечно, да? Да, Гризли, да. Но нам же по пути. Мне с тобой не по пути. Все вокруг лицемеры и притворщики. Жаль. Ну, как знаешь. Ну что, Гризли, ты готов к восхождению? А может быть нам вот по этой тропиночке, а? Вот так обойдем, обойдем и туда выйдем. Прямехонько к дворцу мудрости. Как говорится, умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Нет, надо быть последовательным. Идем, как написано в путеводителе. Раньше он нас не подводил.
как же тяжело взбираться по скале без сапог. Не переживай, у тебя все получится. Ой, снова эти острые камни. Давай, давай. Ноги изранил. Хочется наконец-то делать что-то важное, а не просто карабкаться по скалам. Хватит ныть! Девчонка уже почти поднялась. Грызли, я уже не могу, я еле-еле наступаю на ноги.